Я хочу тебе сказать огромное спасибо за ту руку помощи, которую ты оказал в нужный момент. Я очень тебя ценю за то, что ты не меняешься. То есть этот взгляд, это немножко шальная улыбка. Саша, помоги себя. А еще за твою открытость и за твою настоящесть, за то, что ты есть, а не хочешь казаться. Александр, отлично. Мне кажется, золотые слова. Но я на самом деле в тот момент, когда Лена висела, я думал, спасай. Сейчас показалось, что хорошо, что спас. Какие слова говорит, да. У меня тут еще дядя есть в зале. Это тот человек, из-за которого я сейчас вот здесь стою на сцене. Потому что когда-то рассказывали про Челябинское ЧТЗ, я жил на Северо-Западе, я, может быть, был бы один из тех людей, кто может молча дать трубой по голове. Реплика. Вот. Ну и в какой-то момент дядя просто мне так легко направил, сказал, сходи в театральную студию. Я сходил, ну и закрутилось, все завертелось. Ну и здесь я видел свой первый спектакль. Это мне было 18 лет. А теперь я получаю вот эту премию. Поэтому я очень благодарен этому городу. Люблю этот город и буду любить.